Разбитые ступени на входе, облупившаяся штукатурка и списанные стены. В подъезде дома номер 2 на Колхозной улице в Гальёво каждая мелочь говорит о необходимости ремонта. Ждать того, что по графику, не придется. Губернаторская программа «Мой подъезд» позволяет обновлять парадные тогда, когда нужно. По решению собственников работы пройдут уже этим летом. Собирали собрание собственников, с жителями обсуждали какие-то конкретные вопросы по ремонту, например, замену двери, какая дверь жителей устроит, там с утеплением или без. Также по поводу замены окна, выбирали цвет стен, обязательно жители решили, что цвет нас устраивает. Благодаря областной программе почти 60% стоимости ремонта будут финансироваться за счет муниципального и областного бюджетов. 35,5% и 5% соответственно взносы управляющей компании и жильцов. По такой схеме в 2018 году уже отремонтировали подъезд в соседнем доме. Для нас происходят очень приятные события. Мы все рады, довольны. В общем-то, благоустраивает наш дом, наш подъезд. Каждый день здесь идет большая работа. Мы даже иногда приходим вечером и думаем, неужели это в нашем подъезде? Так красиво. И подъезд стал светлый, воздух свежий стал. Нравится нам очень. Долгожданный ремонт подъезда превзошел все ожидания, говорят жители. Но и на этом они решили не останавливаться. Стены лестничных клеток превратились в холст для преподавателя художественной школы Сергея Иванова. Он уже известен росписью стен в школе Гардемаринов и в поликлинике в Павшинской пойме. На этот раз этюды будут в китайском стиле. Сюжеты мы выбирали из тех, которые были бы достаточно ненавязчивыми при постоянном проживании жильцов, которые успокаивали бы взгляд, а не были бы кичевыми. И поэтому хотелось обратиться, может быть, к каким-то природным сюжетам. Лотос почти закончен, на очереди павлин. Выполненные в технике аэрографии, такие сюжеты будут радовать тех, кто спешит из дома по делам или, наоборот, возвращается после тяжелого трудового дня. Эстетическое решение носит и практический характер. Пачкать такие красивые стены вряд ли кто-то осмелится. Парадная в доме номер 2 на улице Колхозная примет участие в областном конкурсе «Лучший подъезд».